Характеристика Николая Петровича в романе «Отцы и дети» Ивана Тургенева. Персонаж Николая Петровича в произведении «Отцы и дети» Ивана Тургенева является одним из ключевых. Он выступает отцом молодого Аркадия Кирсанова, а также братом Павла. Раньше у него был счастливый и крепкий брак, но сейчас Николай, к сожалению, вдовец. В его доме проживает некая девушка молодых лет, именуемая Фенечкой. Эта самая Фенечка подарила Кирсанову ребенка, мальчика. Хоть Николай уже отнюдь не молод, он пытается следить за тем, что происходит в современном мире. Проявляет немалый интерес к музыке, искусству и поэзии. Но самое главное, в голове мужчины очень много действительно интересных идей относительно сельского хозяйства, которые могут дать хорошее развитие этой сфере. В романе можно действительно заметить симпатию автора к этому герою. И даже несмотря на то, что он не сильный персонаж, в его арсенале есть такие качества, как благородство, доброта и деликатность. Он очень лоялен и доброжелателен по отношению ко всему происходящему, даже к действиям современных молодых людей, которые идут против системы и объявляют противостояние консервативным взглядам старшего поколения. Но, увы и ах, доброта Николая совершенно не находит адекватного отклика. Главный герой произведения, Базаров, отзывается о Кирсанове как о человеке отставном, песня которого уже давно спета. И даже любимый сын Николая, Аркадий, к сожалению, пытается как-то поменять своего отца и приносит ему моральные травмы, используя свою бестактность. Но даже несмотря на все это, терпимость Николая получает достойное вознаграждение. В конечном итоге его сын спокойно становится взрослым, встает на истинный путь и проявляет сближение с отцом в семейных делах. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.